Новости на телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией. Джермук. После потери виноградников и винного завода в Гадрутском районе арцахский предприниматель начал новую инициативу в Арцахе. В резолюции Европарламента осуждена политика Азербайджана по уничтожению армянских культурных ценностей в Арцахе. Иск Азербайджана не является ни искренним, ни реалистичным. Армения попросила Международный суд отклонить его. Инфраструктурные проекты 2023 года, финансируемые из госбюджета, в Ахалкалаке. Скончался автор книги «Замалчиваем геноцид. Холокост армянского народа». 850 лет со дня кончины Нерсеса Шнур-Али хор «Овер» представит концертную программу в ЮНЕСКО. В Западной Армении много минеральных источников, возле некоторых образовались большие и малые поселения. Поселок Джермук в Западной Армении упоминается в литературе как Джермек-Джермик. В древности его называли Абарне или Амианос, считался селом, поселком, городом. Расположен в юго-западной части Западной Армении, к северо-западу от города Тигранакерт. Через город проходит небольшой левый приток Евфрата, богатый рыбой. Климат мягкий, имеет плодородные земли, много фруктовых садов, особенно известен грушами, гранатами и виноградом. В 2 километрах от поселка имеет серные горячие источники, которые непригодны для питья, но обладают лечебными свойствами. О них упоминает Матевос Урхаици. Рядом с Джермуком на горе находится одноименная крепость, построенная руками армян еще в IX веке. Средневековая крепость, которую турки в искаженном виде называют Джермик, существует по сей день. В начале XIX века в Джермуке было около 1000 жилых домов, в 1872 годах около 350 домов, половина из которых принадлежала армянам. До Первой мировой войны больше 400 домов. У армян было 2 гимназии для мальчиков и девочек. В начале 20 века число учеников 2 гимназий достигало более 100. Армянское население Джермука и одноименного уезда, как и армяне других районов Западной Армении, в 1915 году были частично уничтожены и изгнаны турками. После 44-дневной войны, потеряв 300 тысяч виноградников и винозаводов в селе Мецтагер и Тогер Гадрутского района, предприниматель Самвел Григорян не отказался от виноградарства, приступил к работе над созданием нового сада. В беседе с Арменпресс бизнесмен Григорян отметил, местонахождение сада изменилось, но пока он находится в Арцахе, продолжит выращивать сады. «Вот уже 7 лет, как я занимаюсь виноградарством. Считаю себя профессионалом этого дела. Не вижу необходимости оставлять дело наполовину. Новый сад в районе Цахкашат. 1 сентября 2021 года мы посадили первые саженцы виноградника. Сегодня у нас уже 100 тысяч виноградной лозы из 5 сортов, импортированные из Франции, которые также будут использоваться для создания качественных вин. Первый урожай будет в 2024 году. Параллельно будет строиться винный завод. Подводя итоги, Самвел Григорян подчеркнул, пока мы живем на этой земле, будем продолжать выращивать новые сады. Западная Армения с уважением относится к армянам, которые, несмотря на трудности, продолжают благоустраивать свою землю и создавать рабочие места. Европейский парламент принял резолюцию «Реализация новой европейской повестки для культуры и новой стратегии для международных культурных отношений». В резолюции затрагиваются вопросы защиты культурных ценностей в конфликтных зонах и осуждается целенаправленное уничтожение исторического, художественного и культурного наследия во время последних конфликтов. На основе доработки, подписанной председателем подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натальей Луазо и членом той же фракции Петросом Аустревичусом, также четко критикуется продолжающаяся политика Азербайджана по уничтожению армянских культурных ценностей в Нагорном Карабахе. В 78-м пункте резолюции, в частности, отмечается, Европарламент призывает комиссию строго осудить уничтожение исторического, художественного и культурного наследия в ходе недавних конфликтов, а также систематическое и целенаправленное уничтожение исторического, художественного и культурного наследия по политическим или идеологическим мотивам, а также радикальное уничтожение самобытности и культуры суверенных государств, народов или меньшинств, включая продолжающуюся политику Азербайджана по уничтожению и отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и его окрестностях. Западная Армения констатирует, армянские культурные памятники наилучшим образом могут сохранять только армяне на оккупированных территориях, в большинстве случаев оскверняются христианские памятники.
Представленное Азербайджану в Международный суд ООН требование о обеспечительных судебных мерах является неискренним и нереалистичным. Как сообщает Армянпресс, об этом сказал представитель Армении по международным правовым вопросам Егешеки Рокосян. В своем заключительном выступлении на обсуждении Международного суда ООН иска Армения против Азербайджана, добавив, что Армения просит суд отклонить иск Азербайджана. Как показали юрисконсульты, требование Азербайджана о принятии обеспечительных мер является неискренним и нереалистичным. Он призван создать ложное впечатление равенства. На основании устных выступлений Армении с уважением просит суд полностью отклонить ходатайство Азербайджана о принятии обеспечительных мер, сказал Киркусян. В завершении Киркусян выразил благодарность за прием делегации Армении в Международном суде ООН. Оккупирующий Азербайджан получает очередной болезненный удар с правовой точки зрения, который, пожалуй, является сдерживающим механизмом. На средства госбюджета в 2023 году в муниципалитете Ахалкалаки реализуются 4 инфраструктурных проекта стоимостью в 4 миллиона лари. 31 января на заседании Сакребула утвердил проекты и выделение софинансирования из местного бюджета. Проекты таковы: строительство водопровода в селах Сульда и Дадеш, монтаж главного водопровода и водохранилища, восстановление дороги Карсеп-Апния, восстановление дороги Абул-Картикам, восстановление дорога Птена-Чунчха. Западная Армения положительно оценивает действия, направленные на развитие инфраструктур, которые способствуют улучшению условий жизни армян на данной территории. Скончался аргентинский писатель Сулим Грановский, написавший книгу «Замалчиваемый геноцид. Холокост армянского народа», сообщает местная армянская газета. Грановский скончался в возрасте 99 лет. В мае 2014 года Грановский представил книгу о геноциде армян на испанском. В ней он утверждает, что занять ясную позицию перед лицом такой трагедии является неотложным обязательством. Говоря о своей книге, Грановский отметит, что большинство зданий, в том числе главные мечети в Константинополе, были построены армянскими архитекторами. Армянские чиновники были советниками турецких властей, но это был ложный мир. Это проявилось еще до начала геноцида армян в 1915 году. Всего за несколько лет, с 1895 года, Абдул-Гамид Красный Султан, названный так из-за своей кровожадности, начал уничтожение 300 тысяч армян. Западная Армения выражает соболезнования в связи с кончиной выдающегося литературоведа. Учредитель хормейстера государственного хора ОВЕР, ректор Государственной консерватории имени Кумитаса Сона Оганесян в интервью радиостанции «Свободы» отметила: «День памяти армянского поэта, летописца, музыканта и композитора Нерсеса Шнурали хору ОВЕР было предложено представить ЮНЕСКО концертную программу продолжительностью в 1 час. На протяжении десятилетий хор ОВЕР передает любителям музыки армянскую духовную песню, лучшие западноевропейские произведения, произведения современных авторов, также отметив, то богатство, которое мы имеем в духовной хоровой музыке, мы донесем нашему любимому слушателю. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!